нас была неделя детской площадки. Здесь детки были каждый день. Им было очень весело и интересно, я знаю. Я знаю, что они много научились. Сестрадания, где ты? Да, давай, пожалуйста, на пару слов хочу. Засвидетельствовать тебя. Прославлять Бога, делать поделки, понравилась музыка, песни, еда. Слава Богу за все, да. Мы их спрашивали, что самое важное ты узнал здесь. И слава Богу, что дети отвечали. Я узнал, как очистить сердце. Я узнал, что надо любить Бога, узнал про любовь Бога. Узнал, что мы не должны грешить. Также мы их спросили, что изменилось в твоей жизни во время лагеря. Дети писали, что изменилось настроение, стало веселее, стало больше друзей, стал делать больше добрых дел даже кто-то. И мы хотим показать видеоролик небольшой в этом лагере. А чему ты научилась новому? Что-то новое ты узнала? Да, узнала. Я узнала, как стать Божьим детем, как освободиться от греха. И буду рассказывать друзьям. Молодец, Даша. Пусть Бог благословит тебя. Как тебя зовут? Меня зовут Влад. Сколько лет тебе? 10. А где мы сейчас находимся, Влад? Лагеря. В гостях у Эсфири, да? Да, в гостях у Эсфири. Тебе нравится в этом лагере? Нравится. А что тебе понравилось больше всего и вообще? Что конкретно? Мне больше всего понравились игры и история. История? О чем история? О Эсфири и... О Боге, да? Здесь говорят о Боге, это христианский лагерь, да? Да. А что ты узнал нового? Было что-то, что ты не знал, и ты узнал новое? То, что, чтобы перейти на светлую сторону, где есть Бог, нужно попросить у Господа. Да, что попросить? Чтобы Он простил все твои ошибки. Правильно. И что сделать с сердцем? Что его? Сердцем чистое, как Бог. Да, Бог делает чистое сердце. Молодец, Влад. Спасибо.
хочу сказать благодарность, прежде всего, Богу за все эти 5 дней, за то, что Он благословил. И поблагодарить каждого, кто участвовал в этом мероприятии делами, молитвами или каким-то другим способом. Я хочу попросить, чтобы вся команда, кто у нас есть здесь, наставники, вышли сюда, чтобы вы посмотрели, я это не одна делала, нас было очень много. Я очень благодарна Богу за такую замечательную команду. Пожалуйста, выйдите, ребята, если не стесняетесь. И детки, которые есть, которые были молодые, конечно, не все есть. Детки, выйдите. Мы хотим немножечко рассказать, что еще мы узнали в этом лагере. Дай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. Псалом 36:5. И выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень. Псалом 36:6. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй для того, чтобы делать зло. Псалом 36:8. Самый помогает. Мир.
царство Иисуса.